Ағымдағы жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы президентінің қатысуымен 2013 жылдың 9 айындағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің кеңейтілген мәжілісі болып өтті. Мемлекеттік басшысы қойған міндеттерді іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметі мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын бекітті. Іс-шаралар жоспары 70 іс-шарадан тұрады. 2013 жылдың аяғына дейін 46 іс-шараны, ал 2014 жылы 22 іс-шараны іске асыру көзделген. Бұл ретте екі іс-шара бюджеттік заңнамаға жетілдіру мәселелері жөніндегі заңды қабылданғаннан кейін 2 ай мерзімінде іске асырылатын болады. Планом мероприятия предусматривается разработка 4 проектов нормативно-правовых актов. Об обеспечении назначения председателями конкурсной комиссии по проведению закупок в государственных органах соответствующих первых руководителей декабрь 2013 года. О внесении изменений в действующее законодательство в части совершенствования процедуры обжалования итогов государственных закупок май 2014 года. О внесении изменений и дополнений правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания. Это двухмесячный срок после принятия закона Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. И о сокращении излишних бюджетных процедур и согласований двухмесячный срок после принятия закона Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. По 6 мероприятиям будут внесены доклады главе государства. Это усовершенствование порядка разработки, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации на проекты, финансируемые за счет средств государственного бюджета. Об исполнении комплексного плана противодействия теневой экономике Республики Казахстан на 2013-2015 годы ежегодно в феврале месяце. О законопроекте по усилению контроля за оборотом алкогольной продукции должно быть доклад осуществлен в декабре 2013 года. Предложение по передаче части налогов, сборов и других обязательных платежей от малого бизнеса на местный уровень в целях обеспечения заинтересованности в росте налоговой базы. О принятых мерах по загрузке производственных мощностей предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечению их отечественным сырьем до 1 июля 2014 года. О реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы 2 раза в год, теперь ежегодно в феврале и в августе месяце. По остальным мероприятиям формой завершения является внесение соответствующих предложений в администрацию главы государства и правительства Республики Казахстан. Из 70 мероприятий, утвержденного плана, 42 мероприятия закреплены за 4 государственными органами. За Министерством экономики и бюджетного планирования закреплены 14 мероприятий, в том числе 2 мероприятия со сроком исполнения до 1 декабря 2013 года, 7 мероприятий в декабре 2013, остальные мероприятия будут реализованы в течение следующего года. За Министерством регионального развития 12 мероприятий, в том числе до 15 ноября текущего года будет реализовано 1 мероприятие, 6 мероприятий в декабре, остальные будут реализованы в следующем году. За Министерством финансов 8 мероприятий, в том числе в декабре текущего года должно быть реализовано 5 мероприятий. За Министерством индустрии и новых технологий 8 мероприятий, в том числе со сроком исполнения в декабре 2013 года, это 3 мероприятия. Теперь разрешите остановиться на поручении со сроком исполнения, которое в 2013 году, то есть до декабря текущего года. Для Министерства экономики и бюджетного планирования до 11 ноября установлен срок внесения правительства предложений по приоритетности финансирования и оптимизации государственных и отраслевых программ. До 20 ноября Министерство экономики совместно с Министерством регионального развития должны внести предложение по четкому разграничению полномочий между Министерствами регионального развития и экономики по вопросам регионального развития. Генеральной прокуратуре по согласованию необходимо будет выполнить 3 пункта плана мероприятий до 15 ноября текущего года. Министерству регионального развития необходимо проинформировать о принимаемых мерах по полному охвату всех городов и районов мерами государственной поддержки в рамках ключевых программ развития. До 1 декабря текущего года Министерство экономики совместно с Агентством по статистике Агентством по государственной службе должны внести предложение по оптимизации отчетности и количества показателей оценки местных исполнительных органов. Министерство регионального развития сосредоточит свое внимание на предложениях по совершенствованию порядка разработки, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации на проекты, финансируемые за счет средств государственного бюджета, а также контроля при ее осуществлении. Министерству транспорта и коммуникации необходимо разработать механизмы по удешевлению капитальных расходов за счет внедрения новых технологий и материалов при строительстве автомобильных дорог и начать их внедрение 2014 года. Қазіргі уақытта мемлекеттік органдардың алдында орындалу мерзімдері ағымдағы жылғы арашада келетін мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауын барынша жалдамдату бойынша міндеттер алдымызда тұр. Назарларыңызға рахмет.